Ночной пейзаж. Как жрать готовят? Ну, где чего? Да вон, я, ну, вот вон они, оно, вот что, блядь. Я сейчас сразу выложу, вот они. Вон так. Завтрак туриста. Туристы, блядь. Да. Туристы приехали в Дебалю. Называется «Ночная высадка в Дебале». А у группы, сука, нас и не ждали. Мы поехали, а они сбежали. Какую из нас? Хочешь, возьми. Я возьму, да, нашу недавно у нас. Еще кофейный бокал подбитый вчера. Казаки заряд. Ну, вчера не вот. Зашел, там вообще никого не было. Вот здесь вот, не знаю. У меня там 200, блядь. Вот здесь вот это самое. Позавчера казаки зашли до третьей улицы, думают, тут укрепка ихняя, тут укрепка ихняя. Вот тут эта дорога. Мы сейчас будем перерезать вот эту дорогу. Отрезать их, чтобы потом здесь отрезать и здесь отрезать. И сегодня наши пошли вот сюда, здесь заниматься. До того дома. Под ноги нет, тоже глядите. Эх, костяшку не натянуть.
на тропиночке. Аккумулятивы. The girl, but недавно. Сейчас наши танки выезжают на позиции и будут обстреливать окопов. Вон их есть техника. Вон танки, бетеры. Где укроп? Сейчас. Нет, у пластуна. Укроп. Давай вот так снимем.